Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу по просьбе подписчицы покушать мелочек. Ну, не просто мелочек, а вот такой вот белоснежный мелочек, пыльный. Запах просто волшебный. Ну, не просто мел, это Севрюкова. Хочу мел в мокром виде. Практически не шипит. Он вообще не шипит. Так, ну, сейчас не просто мелочек будем кушать мокрый, а пасточки. Если помните, у меня оставалась паста из Туркестан сливки. Прям остаточки. Сейчас мы это все пропитаем. Он и так мокрый еще в пасте. Мега мокрый. Запах стоит, пыль, прям пыль. Самый солнечный яркий день, пошел ливень, и только земля тронулась немножко влажностью, и вот именно этот запах, не потом, когда уже он идет, а вот именно сразу, когда прибьется чуть-чуть пыль. Вот это то, что я хотела. Тот вкус. Паста Туркестан сливки. Такая жиденькая пасточка. Такой. Как раз тут вкус не чисто пасты, а вот именно, когда густая паста, она, ну, сразу запах пасты. А здесь мел и паста. Чувствуется одинаково. Ну, конечно, хруста такого нету. Ну, такое глуховатое. Mm-hmm.
Тут не наелась. Ну, а теперь давайте еще попробуем. Просто сухой мелочек. Как мы любим. Чтоб хрустело громко, звонко. Прессованная пыль, вкус мела. И звезды.